На аппаратном совещании был обсужден большой перечень вопросов, касающихся экономической и социальной тематики. Закончился первый квартал года. Самое время подводить итоги и определяться задачами на будущее. Но началось заседание с поручений губернатора, направленных на решение сезонных задач. Сергей Морозов поручил приступить к весеннему осмотру дорог. Надо добавить интерактивность к традиционному весеннему осмотру. И сделать интерактивную карту осмотра. Одновременно с ней должна появиться интерактивная карта проведения уборки территорий городов и сел. Соответствующее поручение также дал Сергей Морозов. От вопроса благоустройства перешли к другим благим делам. Губернатор и председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев подарили областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова книги. Акция была приурочена проходящему всероссийскому доброму уроку. Я просил бы присоединиться к этой акции всех коллег из администрации губернатора, и из правительства, и из числа руководителей муниципальных образований, и журналистов, и общественных деятелей, да просто неравнодушных жителей Ульяновской области. А вот с реконструкцией самой Аксаковки не все обстоит так гладко. Подготовка ведется медленно. Суммы в бюджете заложены не слишком большие. На эту информацию губернатор отреагировал крайне жестко и потребовал руководства Министерства искусства и культурной политики исправить ситуацию. После перешли к вопросам безопасности. До 6 апреля должна завершиться комплексная проверка общественных мест. Она была объявлена после пожара в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Первый результат проводимых проверок показывает как положительный пример, так и негативный, их гораздо больше. На более чем 80% объектов выявлено нарушение требований пожарной безопасности. И это не только торгово-развлекательные центры и магазины. Нарушения выявлены в лечебных учреждениях. Особенно много критики пожарных досталось Терентьевской ЦРБ и Центральной клинической медико-санитарной части, где в воскресенье было обнаружено задымление. Вся страна просто замерла от того ужаса, который произошел у нас. От тех жертв, которые мы имеем. Чего нужно еще объяснять министру, его подчиненным, главным врачам? Да ничего не надо, наверное, объяснять, все и так понятно, что все просто должны жить вот этой темой, пройти сами посмотреть, заглянуть сами в любой, так сказать, уголок, который связан с жизнебезопасностью людей. Потребовал губернатор отчеты по поводу недавнего чудовищного случая, происшедшего в медсанчасти. Пациентке вместо физраствора был введен формалин. Губернатор пообещал навестить женщину, находящуюся сейчас на лечении в Москве. Когда идет подача нового флакона с раствором и заправление в систему, должен был просто обозначен быть прочитан название данного препарата, что не было сделано. Губернатор потребовал от руководителя Минздрава немедленно навести порядок в Центральной клинической медико-санитарной части. Вторая часть аппаратного совещания была посвящена вопросам водоснабжения Ульяновской области. В этом году на решение этих проблем заложена рекордная сумма в 408 миллионов рублей. Четверть будет потрачена на реконструкцию системы водоснабжения Димитровграда. Следует отметить, что начиная с 2006 года на территории региона вопросам качественного водоснабжения уделялось очень существенное внимание. За этот период более 1 миллиарда 680 миллионов рублей было вложено в сети водоснабжения, в источники питьевого водоснабжения. Еще один вопрос улучшения качества водоснабжения касался благоустройства и реконструкции родников. В этом году на эти нужды будет потрачено 3 миллиона 600 тысяч рублей. А 42 родника во многих муниципальных образованиях будут благоустроены. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.